Мы очень рады открытию UFC Performance Institute. Теперь у нас есть два глобальных представительства в Лас-Вегасе и теперь здесь, в Китае. Сейчас ключевой момент для нас — это воссоздание той же философии и операционной стратегии здесь, в Шанхае, как мы сделали в Лас-Вегасе. И мы наняли сотрудников, которые помогут нам донести ту философию из Лас-Вегаса местным бойцам в Шанхае. Сейчас у спортсменов из Азии и особенно из Китая появился доступ к тренировочному комплексу мирового класса, к прилагающимся ресурсам и инфраструктуре. И мы твердо уверены, что все те возможности, которые были предоставлены бойцам со всего мира, которые хотят попасть в UFC, наконец-то появились у спортсменов из Азии, из Китая. И теперь нам не терпится увидеть развитие талантов, прогресс, и я уверен, большой скачок в боевых единоборствах в Китае. Естественно, подобное заведение полностью меняет игру. В конце концов, сейчас у всех бойцов из этого региона будет возможность улучшить свои навыки, пользуясь этим комплексом. UFC PI в Шанхае предоставит все поддерживающие сервисы, которых, возможно, раньше в Китае не было, а именно функциональная работа, восстановление, спортивных диетологов, ученых. Но что не менее важно, это станет площадкой, где бойцы со всего региона смогут тренироваться вместе и расти. Конечно, мы немного отстаем от всего мира в этом спорте, потому что он появился у нас совсем недавно, мы только начинаем догонять. И, соответственно, цели здесь у нас немножко другие. Первостепенная цель — это развитие талантов, потому что нам нужно закрыть этот разрыв между уровнем, необходимым для достижения успеха в UFC, и сегодняшним уровнем таланта в регионе. Это самое важное, и сейчас мы предоставим эту возможность для бойцов из Китая, из Азиатско-Тихоокеанского региона, улучшить свои навыки и преуспеть в октагоне. UFC Performance Institute в Шанхае — это комплекс мирового уровня, в том числе относительно других видов спорта, так что многие спортсмены хотят приехать к нам, посмотреть, что у нас есть, они черпают новые идеи, они смотрят, как мы совмещаем аспекты тренировок, питания, восстановления, они приезжают к нам, знакомятся с тем, через что проходят бойцы, и смотрят, как проходит подготовка к поединку с применением новейших технологий. Самое потрясающее здесь, в Китае, — это то, что здесь богатейшая история боевых единоборств, и мы используем UFC PI как механизм для поддержки и развития новых талантов, которые в будущем будут выступать в UFC.